Стоп! Надо было взять резинку! Где же они снимают видео для выкупа?
вытянуть его из пещеры! Я ранен! Это видео. Ее тут нет. Нет. Прошу. Нет. Скажи мне, мама, папа. Мам? Пап. Я люблю вас. Мам, папа. Я хочу домой. Очень хорошо. Давай так же еще раз. Нет. С большим чувством. Вас! Ты можешь меня понимать? Нет. Вот идет. Там вроде нас. Найс, да? Кто набил, а? Я говорю, кто набил? А? Свитер набила, а? Сестра набила? А? Думаешь, ты... Сорян, ребята, конечно, что звука не было, да? Я тогда буду озвучивать первые 12 минут сам, смотря видео уже свое. Моей сестры. Как брату твоему Гранту. Пошел ты! Ты злишься, Джейсон. Ты злишься. Окей, я понимаю. Понимаю. Ведь без семьи кто мы, блядь, такие? Когда-то я ради сестры мог сделать что угодно. Я убил впервые ради сестры. Но этого ей было мало. Не-не-не-не, прошу. Ты понимаешь, в чем прикол, да? Наши любимые из-под тишка бьют каждый раз! Они говорят мне, говорят, вас, вас! Кого, блядь, ты выберешь? Их или нас? Нас или их? Как будто, блядь, мне еще нужно выбирать. Кстати, зажигалка твоя дерьмо. Ладно, хватит лирики. Это плохо, что Цитра сделала наколку. Теперь тебя можно убить, только полностью стерев. Все окей. Не плачь. Все окей. Джейсон. Клянусь богом, мужик. Это правда прекрасно. Что ты готов умереть.
Встретьте любимую. Так, 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 все. Идет геймплей. Геймплей. А, стул сломался. Ау. А мне еще телку спасать. Лиза, я иду! Лиза, я иду, жди. А, 3 минуты. Окей, все. В смысле, алло? Какой загорелся? Ты что, больной? Огонь повсюду! Да ладно! Наверное, тут все здание горит. Мужик, ты так не думаешь? Лиза, не я падай, ладно. Иду. Давай, давай, быстрее, быстрее. Тык на клавишу. Давай, давай, Джейсон. Не то орудие. Быстрее, тушись, 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 тушись. Давай. Ой, боже мой. Джейсон, Джейсон. Давай, давай, у нас еще целая минута. Уже близко, Джейсон. Все. Спокойно, Лиза, я иду. Не бойся, я тут. Боже, не шевелись. У них Оливер. У них Оливер. Сейчас мы ему никак не поможем. Нам нужно самим выбираться отсюда. Есть идея. О, нет, я так не могу. Отсюда только вниз. Давай. Джейсон. О, боже. Там прыгнуть нет. Там шаг расстояния. Думаю, да. Туда, грузовик. Он как на ладони. Иду за ним. Стреляй по тачке. Лиза, за руль! Что? Веди! Окей! Окей! Лиза за рулем. Я понял, что это намек. Я готов отстреливаться. Черт, не заводится! Скорей, Джейсон! Бери автомат. Все, поехали. Так, перезаряжусь на всякий случай. Офигеть! Ты видела этот взрыв? Что-то взорвалось? GM94. Ничего себе, нормальные буквы. А вот и GM94. Главный принцип работы этой игрушки 4 лучше, чем одна. Если большинству гранатометов требуется перезарядка после каждого выстрела, то боезапас GM94 составляет целых 4,43 мм. Гранаты 3 в магазине и 1 в патронике. Окей. Кто там сзади? Управляю движением. Я не могу. Как же мне справиться? Все нормально. Все нормально. Они в нас стреляют. Вы что, херели? Сами стреляй по ним, Джейсон. Подожди, перезарядка. Раз. Два, идет, три. Ты, руль! Ты мешаешь! Да нормально все. Так, слышу грузовик. Веди прямо, я же не могу прицелиться. Как мне сосредоточиться, когда в меня стреляют? Нежно, это единичка, два, это хорошо. Ну, короче, по расстоянию можно определить. Руки на
10,2! Хочешь вести? Едь быстрее. Два патрона осталось. Перезарядиться может? О боже, о боже, о боже! Быстрей, быстрей! Тут не шоссе, не могу! Кого боишься? Копов! Все, перезаряжайся, перезаряжайся. Зачем заглушил мотор? Не я, он сам! Ты что, гонишь? Меньше газа! Да я... Ты о чем вообще? Лиза! Контрольная точка. Они перед нами! Джейсон, впереди! А, я понял, найс. Тихо. Поехали! А, теперь я должен... Просто едь. Можно назад пересесть? Меня сейчас ёбнут как-то. Мы уходим! Я все брошу. Быстрей, быстрей! Вот чёрт. Вода. Ублюдки не узнали, что их убило. Фу, 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 фу. Я думал уже аптечку сейчас заюзать. А, получилось. Ты в порядке? Мы... Чуть не умерли, не попали в рабство, хороша радость. Лиза, успокойся. Это кошмар. Слушай, я все исправлю. Ты знаешь, куда забрали других? Наш Оливер Муха. Теперь в каком-то бункере. Я не знаю про Кита и Дейзи. А что Райли? Про Райли и Гранта тоже не знаю. Грант мертв. О, Джейсон, мне так жаль. Но так я нашел же. Дейзи. Найду и остальных. Где она? В безопасности. Я покажу. И здесь. Фух. Я вот думаю, если уже как я буду озвучивать первую часть видео. Потому что у меня, оказывается, ж микрофон был опущен, ну, поднят. Да, найс. Дейзи сказала, что она в пещере под домом. Пойдем сходим к Дейзи. Пещеру под домом. Лиза Сноу. Сука, ебучая муха. Лиза Сноу. Твоя девушка Лиза Сноу. Председатель студенческого совета Калифорнийского университета. Будущая актриса. Пара штрафов за неправильную парковку и все. Познакомь меня с ней. Я уверен, что мы поладим. В смысле, там еще были люди? Или мне показалось? Реликвии смотреть. Так, люди, а кто еще? А, Вас Монтен... Можно так. Вас Монтенегро. Ничего нельзя сказать наверняка, если речь идет о Васе. Он жесток и непредсказуем. Говорят, что он был близок с... Ракьят. Близок с Ракьят. А теперь работает на Хойта Волкера. Торговца рабами и наркотиками. Сладкая парочка, да? Я уже упоминал, что он наркоман. А еще у него ваши друзья. Создание предметов. Что я могу создать? Усилитель чувства. Это снадобье помогает вам изучить окружающий мир. В каком смысле? Это сыроватый стимулятор. Так, дыхание системы позволяет надолго задерживать дыхание и обходить без кислорода. В основном это если плавать. Нам, погнали. В Монтенегро. Ой, давайте тогда вот это сейчас дослушаю и закончим. Лиза? Дейзи! И мне нужно будет ёбнуть эту ебучему, кто около меня летает. Дейзи, мне очень жаль. Лиз, я выплакалась. Я нашла тут лодку. Если ее починим, это будет наш билет домой. Да, и прямиком на дно океана. Сказал опытный мореход. Хотя помощь мне нужна. В моторе должна быть силовая головка, ее нет. Ладно, я поищу.
Отличная находка. Давай. Хлопоты. Смотри. Вас, Монтенегро. Давайте я теперь приплыла, здесь. Я рада. Я тоже. Я тут теперь посмотрю. Поплывет? Я росла с лодкой. Поплывем, поверь. Ладно. Оп, ящик. Это какие листья? Ладно, посрать. Еще один новенький. Усиление чувств. Обостряет чувство. А, это было. Враги, запах находящихся врагов рядышком. Это все было, ладно. А вот этого вот уже не было. Карделина. Считается, что держать карделину в доме к удаче. А если такое растение в доме погибает, быть беде. Но если ты думаешь, что какое-то растение может тебе помочь, то, наверное, стоит перестать пить всякую химию. Тупая муха. Я просто понимаю, что это еще только... У нас даже не лето, а летом это будет просто... Знаете, из-за чего? Я буду убивать по 15 мух, блядь, в сутки. И главное, то, что они появляются ниоткуда. Закрытое окно? Нет, они летают. Это ж пиздец. Так, все. На, возьми. О, нашлась. Раз уж ты ее принес, можешь и поставить. А если она сейчас взорвется, блин? Напомни, а почему я, а не ты? Я даю зажигание. Это ты о чем? Готова? Почти. Есть. Да. Отойди, Джейсон, отойди оттуда. Клёво. Дальше мы сами. Тебе стоит поговорить с Лизой перед уходом. Окей, поговорю с Лизой перед уходом. Лиз, все в порядке? Мне каждую ночь снится Голливуд. А просыпаюсь здесь. Прости, что так вышло. Ты не виноват. Надо было мне не соглашаться на скайдайвинг. Главное, мы оба целые. Ты ведь меня спас. Я здесь благодаря тебе. Теперь нам нужен план действий. Ладно, я найду Райли и остальных, а ты... Будь здесь и помоги Дейзи с лодкой. У меня пустые глаза. Убежать. Лиза, я знаю. Не волнуйся. Будь осторожен. Так, запросто. Так, все. Здесь что-то есть? Опа. Eat me. Попробуй меня. Могу ли я сохраниться? Давайте, короче, в следующий... Это... Навык. Короче, на этом закончим. Дейзи Ли. Дейзи Ли, девушка вашего покойного брата Гранта. Дейзи Ли выросла в штате. Мэн и училась в школе в Лос-Анджелесе. Профессиональная... Ловчиха. Вопрос в том, может ли это ей выжить. Поможет ли ей это выжить? Ну, ладно. Не суть. Реликвии, в принципе, одна и та же, да? Да, реликвии, они в основном сейчас мне ничего не дают, кроме 250 опыта. Ладно, давайте, короче, на этом закончим. В следующей серии мы отправимся далее по сюжетке. И даже я вот не знаю, по сюжетке отправляться или нет. Потому что мне нужно улучшить немного свои шмотки. До более другого уровня. И мы попробуем вот это. Эти ягодки. И что же будет? Eat me. Ну, они так и наревают мне. Говоря так, скушай меня.
Ну ладно, давайте. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Извините, что в первой половине видео такая херовая была, ну, озвучка. Если она была херовая, конечно. Если она вообще была. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и пока.